Мы с вами находимся на территории, новой территории Казанского зоопарка. Это, наверное, самый долгожданный объект в городе Казани. Все заждались. И сейчас у нас компания «ПСО Казань» готовит, проводит здесь подготовительные работы для начала строительства. Мы отгораживаем территорию. Плюс, вот видите, там экскаватор ведет земляные работы. Сейчас копаются фундаменты. 6 фундаментов уже подготовлены. Завтра начнем забивать пробные сваи. Потом они будут отстаиваться неделю. Посмотрим, как они нагрузку выдержат. И дай бог, если все будет хорошо, начнем забивать сваи. Я думаю, на эти вид работ примерно месяц уйдет. Потом уже этап просверков. Выйдем на нулевую отметку. Мы с вами видим, что вот на территории вокруг озера Кабан формируется определенный кластер общественных территорий. Здесь вот Академия грибного видов спорта. Рядом будет зоопарк. Через тоннель можно будет перейти к старой территории зоопарка. То есть вокруг. А с этой стороны мы видим прекрасный урбанистический вид промышленных предприятий. И вода, зона отдыха, плюс велосипедные дорожки. То есть тут просто, я думаю, шикарно получится. Ну, я понимаю, что большой интерес общественности к этому проекту, особенно внимательно, что это строится по инициативе президента Республики Татарстан, что это Нургалиевича. Это, ну, президентский объект, и поэтому ответственность для нас очень большая.